Сегодня у нас 20 февраля 2024 год. Вот это картина Рафаэля. Сикстинская Мадонна. В честь папы Сикстинска. Так, это утро у нас, 7 часов утра. Сейчас будем завтракать. Тут вот мы подготовились уже к завтраку. О, у нас завтрак сегодня вторник. Это уже Закхеева неделя называется. Подготовка к Великому посту и к Пасхе. Ну, сегодня все разрешается, вторник. Что у нас? Вот у Володи тут бутылки из своего молока. Ну да, и это вот. Андрея Головыча с фермы. Вот. Угу. Дальше морковка вот натертая, самая мелкая. Вот это вот. Это очень помогает по зрению. Вот тут Володи делит. Дальше яблоки купленные, тоже вот так я саятру. Пряник с этим. Рыба, лещ, это я уже кости вытряхнул, и карась. Да. Все. А это батюшка привозит березовый сок. А утром как только есть специальные просфоры, вот я их сушу помаленьку. Просфоры. Просфоры и святая вода отдельно. Где она у нас тут? Вот две бутылки. Вода святая. Вот она, крестик стоит. Ну и дальше, что у нас тут? Сухари. Вот какие сухари разные. Во вторник. Сегодня стряпать едешь? Да. Стряпать едет к этому брату Игорю Владимировичу Добунову. А лепешки, чудо, какие лепешки. Все спрашивают рецепт какой. Ну, это я беззубый, поэтому все. И заваренное чем сегодня? Да вот лучше здесь. А? Может, отсюда? Сейчас я маленькая. Ну, разное тут. Корень солодки. Корень солодки. У нас что еще там есть? Липа? Есть листья, ну, а то я отдельно запариваю потом. Отдельно где-то. Ну и вот, считай, что за что мы тут деньги платили? Так, теперь картошка, это самая мелкая. Вот она, я ее беру на ладони, чтобы видно было. На противень, он противень есть, и в духовку. Они не вареные, видишь, она шкурка отстоит. Это самое лучшее приготовление. Если бы мерить о пользе, самое лучшее это печеное. Второе, очищенная, когда картошка. Третье, когда она сваренная. И четвертое, когда она пожаренная. А там уж ничего нету почти. Ну вот так. Вот это кости потом перемалываются и добавляются куда-то там еще. Что у нас где есть? Ну вот простое, конкретно не знаю, яблоки купленные. Почем яблоки-то? Где-то 150 или 130, где-то так. Ну вот так. Я их тру. Это у меня купил Володенька. Ну вот какой у нас завтрак. Ну да, тут у меня суп сварен. Так. Обычный. Это лапша и картошка. То есть ничего я не добавляю из приправ. А что тут суп у тебя ходит-то? Ну, вермишель и картошка. Все. А я всегда мне это здоровье. А, вы это себе, да-да-да. Точно. Растительное масло. Вот считай как. Рыбу ловили сами. Мы со мной со... Ну это брат угостил. Брат Дмитрий угостил, да, Смирнов. Ну, по милости Божией, все, садись. Все, слава Богу. А, кроме того, я забыл сказать, что каждый раз в конце завтрака, обеда, ужина у меня мед. Сейчас я покажу. О, это вот полный. Это шерстобитов. Геннадий Павлович, а тут я даже доедаю. Но показать, как я ем его. Вот так вот он. Это вот у меня порция с сухарями там или где-то. Вот помаленьку. Это мне хватает почти на 2 месяца. 3-литровая банка. Во что она нам обошлась, банка-то? 800 или 700?
800. Вот так. Как Господь делает все это дело. Садись давай. Угу. Благодарю. Слава Богу за все.